Привет. И снова здравствуйте. В последнем уроке, который я снимал про гранату, я забыл выложить, сказать, вернее, о том, что группу ВКонтакте я создал, пока она совсем сырая, очень сырая, но ссылку на нее я обязательно отправлю. В этой группе вы также сможете найти все видеоуроки, которые есть и на YouTube. Но на YouTube тоже вам их советую смотреть. Это, наверное, даже будет удобнее. Поэтому, как обещал, группа она есть. Заходите, смотрите. В ближайшее время группу буду также с группой буду работать. В группе будет появляться много нового. Будут различные опросы по дальнейшим видеоурокам. Думаю, вы меня все поддержите. Пока-пока.